Всем привет, друзья! С вами я, Коммунар-2001, и это 51-й выпуск моего города в Майнкрафте. Да, друзья, пока что нету новых выпусков про СССР в Майнкрафте, но я пока что слегка затрудняюсь в общем выпуске новых выпусков. Но, в общем, найду кое-какую идею, и потом, возможно, я построю. Возможно. Да, друзья, в общем, вот я собираю информацию о городе, вот здесь у нас теперь вот национальный язык русский, хотя и город, и государственный, но национальный тоже. Хотя национальные языки, естественно, в этом регионе это русский, украинский и немецкий, да. Этих три языка, естественно. Странно, конечно, что из этих трех языков состоит, но почему бы и так, почему бы и нет. И дальше название жителей. То есть Уорнерец, то есть мужское, женское. Уорнеренко. А многочисленное это Уорнерцы. Многочисленное число. И вот, друзья, мы летим уже в кольцо космонавтов. Да. Как всегда, новое обновление, естественно. И я понял, как бы построить четвертую школу. Тем более, руки не доходят до этого. Два детских садика новых, один будет на космонавтов, второй будет на Советской улице, непосредственно в районе аэропорта. И еще школу построить, еще одну. Ну, уже на космонавтов. Кстати, вот такой новый жилой дом. Там, ну, я не одесская поставила, а еще и скопирована. Есть еще и его собрат, как ни странно. Вот он. То есть еще понакопировал, так что я не чушу, то есть я не помню, куда я еще понаставила такие же. Вот, да, вот здесь вот будет новая улица, я не придумал. Я пока что не придумал название новой улицы, так что. Но есть вся фишка в том, что здесь тротуары на этой новой улице будут. Не из каменной плиты, а из полированного андезита. Ну, во-первых, это нормально, во-первых, это очень красиво выглядит, а во-вторых, это, в общем, как бы получше, чем просто там на плиты ставить. Более, что это полностью блок. Это вот сейчас вот хорошее место, вот здесь вот я сделал. Тем более, еще один телещит поставил. И да, друзья, по поводу стримов на канале. Я пока что затрудняюсь со стримами, тем более не хватает времени на стрим. И пока что. Может, я сниму выпуск, а потом, наверное, я, так сказать, пойду делать стрим. Это первый выпуск, тем более. До сотки осталось чуть-чуть, но, возможно, я к концу февраля я сделаю... подниму этот город с колен, в общем, возможно. Возможно, я сделаю, в общем. И да, друзья, по поводу переписи населения в городе. Перепись населения состоится 29 февраля а не 1 марта, потому что... Ну, наверняка вы знаете, вы смотрели видео про то, что срочное, про то, что меня со 2 марта не будет на канале, потому что... В больницу еду, то есть на стационар там. Ну, по зрению, естественно, у меня просто оба глаза хорошо видят, но косят они. Один косит. И все, то есть неправильно сделано. Ну, у меня косоглазие не такое, что требует операции. Ну, кое-какой диагностика должна быть. И я точно не знаю, до какого числа я буду в больнице, но могу ориентировочно сказать, что я, возможно, вернусь в апреле. Или в мае. Поскольку еще один стационар будет ожидать меня в августе. Ну, под конец лета, естественно. Ну, что будет дальше, покажет время, в общем. Вот, давайте продолжим посмотреть. На обновление. Да, друзья, вот так вот выглядит этот живой дом, тем более четырехпаратный, но
Вся фишка в том, что он выглядит очень красиво. И состоит из белой и розовой керамики. Вот так вот. Ну, нормально, в общем. Красотень просто неземная. Ну, честно, мне просто нравится. А, давайте посидим. Да, здесь вот более просторный подъезд такой. Здесь только вот, лифт и лестница. И там по две квартиры в каждой. Ну, а здесь у нас как, типа, как мусоропровод такой вот. У нас такой гостиная такой с телевизором, проигрыватель, книжные полки и полочка с горшками растений. Туалет с ванной, тем более. Эконом класс. Унитаз и ванна сама. Кухня такая вот, тем более с большим столом. Еще один стол. Сиденье, холодильник. Хотя посадить его и там положить на печку, на печке люк, то получится как это. Ну и последнее, это вот такая гостиная. Фу, спальня, в смысле. Два больших сундука, полочки и три кровати. Вот так вот. И коврик здесь вот. Короче, друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока. Вот такой красивый дом получился.